Всем привет! В предыдущем видео про конденсатор я немного коснулся такой темы, как маркировка наружной обкладки конденсатора. Вот, но не объяснил, для чего это. Сейчас я готов это сделать. Я приготовил осциллограф, подключил его щупы к выводам конденсатора. Соответственно, первое подключение у нас белый провод сигнальный на внешнюю обкладку конденсатора, черный провод минус земля на внутреннюю обкладку конденсатора. Значит, сейчас мы на экране осциллографа видим маленькую синусоиду, которая нам показывает, что на конденсатор действуют некоторые помехи из воздуха, скажем так, электромагнитные наводки фоном 50 Гц, которые присутствуют, в принципе, в любом усилителе и очень ясно слышны, когда мы подключаем гитару, например, с синглами, да, слышно постоянно его этот фон, вот. Значит, мое тело на данный момент является как бы антенной. Оно собирает эту наводку, и я могу ее усилить на этот конденсатор, просто дотронувшись до него рукой. Смотрите, что происходит. Вот я трогаю его, и наша синусоида увеличивается практически вдвое. То есть я воздействую рукой на конденсатор, увеличивая помеху, приходящую на него. Теперь мы проведем, сделаем то же самое, только наоборот подключим наш конденсатор. Так, мы подключили. Секундочку. Мы подключили наш конденсатор наоборот. То есть теперь у нас на белый провод идет внутренняя обкладка конденсатора. На массу, на землю у нас замыкается внешняя обкладка. И теперь мы проведем то же самое. Я буду также касаться конденсатора, и мы будем смотреть, что происходит. Вот смотрите, практически ничего не меняется. Чуть-чуть, может, еле-еле она увеличивается, но я не вижу. Так вот, о чем я? Для чего я это все начал? Для того, чтобы рассказать, что эта маркировка нам помогает ориентировать конденсатор внутри схемы. Значит, если мы знаем, что у нас внешняя обкладка находится на этом выводе, нам его ни в коем случае нельзя подключать на вход каскада усиления, потому что у нас этот каскад, ну, как бы конденсатор является межкаскадным, да, разделительным, межкаскадным. На следующий каскад эта помеха, воздействуемая на конденсатор извне, она будет усиливаться, так как у следующего каскада входное сопротивление, ну, бесконечно высоко. То есть нечем гасить эту помеху изначально. Вот. Значит, мы подключаем этой обкладкой, наружной обкладкой, к выходу предыдущего каскада и внутренней ко входу следующего каскада. Это такое включение будет правильно и давать наименьшую помеху, фон, который будет проявляться и усиливаться дальше. Вот, значит, что еще хотел сказать? Значит, это касается конденсаторов, особенно стоящих рядом с источником таких помех. Ну, например, питающий трансформатор. Как бы он хорошо не был закрыт крышечками, экранирован, но все равно он издает фон 50 Гц. И если рядом, например, с трансформатором будет стоять этот конденсатор, он его будет ловить и, конечно же, дальше усиливаться это будет. Я понимаю, что там, конечно, не очень большие величины, но наши фоны, наши шумы, усилители, они в итоге складываются. И даже маленькую часть убрав из этого, мы вносим, как говорится, мы делаем звучание усилителя более чистым, более правильным. Вот, в принципе, то, что я хотел сказать. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!